Здравствуйте, это Анапа. Сейчас мы находимся на анапском муниципальном рынке ярмарка «Привоз». И вот смотрим, какие есть цены. Я пришел, собственно, за картошкой и за помидорами. Ну, вот. Видим здесь помидоры по 35. Перец 25. Ну что тут? Арбузы, кстати, вот подешевели. ₽8. Ну, зелень по 15, как всегда. Лук продается такими упаковочками по 20. А? В блок. Какой? Блок? Нет, почему? У меня собственный блок, просто веду блок. Молодец. Люди замечательно смотрят, особенно вот когда цены на рынке. Это самый такой смотрибельный контент. Здравствуйте, вот медок. Ну, медок у нас цены, они всегда... Послезавтра надо мед попробовать. Да, вот предлагают на медовый спас покупать мед, освещать его в церкви. Ну, хорошо, спасибо. Вот, собственно, картошка. Она у нас по 23 рубля. Сколько ведерочка это? 5 килограмм там. Ага. Ну давайте. Ведро? Ну вот это картошка. Виноград по 70, персик, ну, я там лужу, а? Это куда? Это никуда, это в мой блог, видеоблог, я блогер. Блогер? Да. Для чего? Да, смотрите. А? Видеоблог? Не понял. Для чего? А, ну, очень хорошо эти ролики смотрят, и вот я пытаюсь на них заработать. Да. Да. Ну, такие персики по 120. А вот эти по 100. Хотите на шипе оттуда? А, да, я еще помидоры не купил. А почем помидоры у вас? 45 сейчас. 45 градусов. Нет, я пойду за 35 возьму.